Итак, всем раз настал. Сегодня мы продолжаем проходить Биошок. Ну, это почти то, что нужно. Би есть, а все остального нету. Ну, ладненько. Я кое-что хочу проверить. Ладно. Все, погнали. Проверка почти завершена. Надеюсь, они прикончат тебя быстро. Так, давайте-ка... Давайте не то, что быстро. Они вообще меня даже не тронут своими руками или что у них. Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади колонн. Что ты... Что? Да ты... Кто это? О, дорогие, моя кукла! Хватит тратить мое время! А, ну куда же ты? Не подходи. Пожалуйста. Не надо. Почему я на контроле иду, сука? Так, F6. Ну почему ты не зашла? Вы только и умеете, что убить! Надеюсь, было весело! Как? Непонятно. От взрыва, скорее всего. Но почему так? Я не могу забраться, да, в автобус? О, нет, могу. Ага, могу. Даже присаживаться, кстати, не надо. Что происходит? Так, вот с этим нужно подумать. Во-первых, мы взломаем. Раз могу взломать автовзломщиком, почему я этим не воспользоваться? Логично, логично. Так, дробаш. Болты по 6 штук ловушки делаем. Нет, нет. Возможно, кстати, вот это можно. Вспомнить бы, что вот это все делает. Нет. Так, каждый раз при взломе... Ага, хорошо. Плазмоиды потребляют меньше энергии. Хорошо, так, это могу несколько раз обыскивать. Это аптечка устанавливает больше здоровья. Так, подожди. Так, это какие у нас... Блин, а зачем мне это нужно? Так, сколько? Никого больше нету, а то опасно же ведь ходить. Ты чё не открываешь дверь? Не понял? Ну, блин. Почему она упала? Стоять. Так, где у меня патроны-то есть? Хоть где-нибудь есть? Так, я видел что-то интересное, но что за... Картечь, и еще много картечей и сигарет, конечно, что даже без них. Происходит. Почему? Беги, как девчонка. Какая маска, ты убиваешься? Так, никого уже не пустил. Моя территория. Так, стоишь. Не дурак. Спокойно. Бегаешь, как девка. Так, спокойно. Что? Это результат. Так, стоять. Надо воспользоваться этим. Ни разу не брал. Да хватит. Спокойно, спокойно. Давай. Умирайте там потихоньку. Без моей помощи. Так, мне нужно пробовать. Ну как-то слабенько они умирают.
хватит. Вот это. Они тебя послали, да? Что за? Держим. Вот это понял. Так, подожди, там же была аптечка немножко. Я тебе заплачу. Согласен? Нет. Что? Ничего. Да не звали. Никто не смеет меня обманывать. Это и я. Я знаю 10! Спокойно. Первый. Конечно, я сломал. Я сломал. Вот, блин. Как я сломал, непонятно. Кто это сказал? Руки вверх! Руки вверх! Да ни о чем не говорил. У тебя галюны, дружище. Что это? Он из моей конторы! О! Идеально. Где это у нас? Блять, понятненько. Ясно, понятно, 10 патронов так много. Ева так великолепно, дофига. Зато деньги есть. Идеально. Мне бы сейчас что-нибудь взломать. Привет. И неудачно это сделать, вот это будет идеально. Неудачно сделать взлом и продохнуть от этого. Это прям звучит идеально. Да так красиво звучит, что даже не об этом не надо говорить. Это и так на слух понятно. Даже понимать не надо. Когда ты это слышишь, ты сразу такой, а? Так, встаем. Надо. Дорог, наконец. Так, убейте. Я еще всех. Блок для классиков сделан из свинца. Блок для классиков сделан из свинца. Я слышу, как ты машешь крылышками у моего дома. Да? Бэк-бэк-бэк-бэк. Лети на свет, мотылек. Лети. О. Света тут много, так что на какой свет не знаю. Вижу, ты все еще пробуешь крылышки, мотылек. Оставайся и наслаждайся танцем, если хочешь. Но не вздумай сбивать ритм. Я понял. Я понял. Я уже понял. Я уже понял. Спокойно, я же не хотел, не, я же не знал, что она стоит на этой после. Я это понял немножко позднее, чем когда после того, как взял. Так, спокойно. А где мадам? Мадам, вы куда исчезли? Так, на Е. Я нажимаю на F, хотя аптечек у меня как бы в помине нет уже. О, могу здесь? Конечно. Она как-то тэпается, непонятно. Я знаю, что ты там! Бежишь, как крыса! Но она же не должна сломаться после... Не смей меня трогать! Спокойно, мадам, спокойно. Спасибо, что пришел! Когда ты, наконец, научишься слушать команды? Я спускаюсь, мотылёк, спускаюсь, чтобы научить тебя танцевать. Да. Мне это не нравится, если честно. От слова совсем. Вот я сейчас покажу. А, ну. Мне бы свалить? Показал хвост. Он показал... Эх, ты бы мне показал, если бы мы были в равных условиях. Если бы мои хп не отнимались, так не узнай кого.
так и лезут сюда. Вот нам и приходится. Вот я сейчас покажу. Летим, а ты... Что такое? Говорится, против взрывной картечи не попрешь. Поставьте их, чтобы я мог видеть. Так, эти патроны мы больше не трогаем пока что. А чего я ключ-то взял? Там был какой-то ключ, а я не представляю даже от чего. И все будет. Да ладно, ты сейчас мне патроны вернешь на максимально, на минимальный уровень. Зачем? Понять, откуда я. Я там провел 12 лет. Это вложение капитала. От такого уйти непросто. Чего? О! Кого? Что? Чего-то я сейчас не понимаю. Надо по гранат побольше закупить. Мне интересно становится потихонечку. Бинчики. Ладно. Не буду мешать. Он занят. Надеюсь, его не остановили на полпути, когда он там начал. Вот прям начал и все. И все? И вот там вот всё. Только время. И в моем городе! В моем городе! Воу! Что-то вроде увеличил. Сила вроде нет. Его... Эта маска вообще не пробивает. Беги, трусливая свинья! Так, я... Давай. Да куда ты? Я тебя вроде вижу, а вроде не вижу. Вы знаете, что женщины выпечатают за ночь с разнажённой пущей? Ну давай. Сможем. Новая линия планетов суперсанов превратит вас в отверстие. Давай, по очереди, по очереди. Еще. Давай, блин, его что, иммунитет-то... Он не горит. ХП не сносится вообще. Что? Не понял. Ну, что сейчас арбалет ему не почем? А, он убегает. Так, где там? Так, если здесь такой уровень сложности, то есть это невозможно, да, как я понимаю? Мне нужен низ. Хотя бы на этом, если честно, спасибо, что мне дают хоть какой-то минимальный шанс это сделать. Потому что то было как бы никак. Да? Я была все-таки вниз. Животик. Дилетант! Проклятый дилетант! Привет. Так, аптечек опять нету. О, да. Почему все такой уровень сложности у всего? Почему? Ну все. Будет больно. Ау. Чего? Половину ХП? Ну и ладно, еще разочек. Окей, здесь очень дешевые эти. Понимаю, понимаю. Не одобряю, но понимаю. Никак не одобряю, но понимаю. Так давай, куда-нибудь, куда? Ну давай, наверх. Еще наверх. И еще наверх. Спасибо. И еще наверх. Ага, все, давай отдыхаем. Ну тогда все, да. А где? Не видел, она была влево, слева. Я чувствую все капитаны. Последняя попытка, в прямом смысле этого слова. Потому что будет бой. Сразу.
спасибо. Этого я не хотел, но так получилось. Пожалуйста, хоть одну вверх, хоть одну направо. Потом вверх еще, потом еще одну вверх, затем одну налево, затем еще одну вверх. Начек, вот так, вот так. Спасибо. Это было опасно. Дай мне. Без аптечек сейчас мне очень плохо. Как бы я сейчас закупил для того, чтобы они были. Патрон. Патрон для револьвера. Револьвера тоже. У вас тоже. Да. Ну, как бы там. Да. Тут как бы все. Тут как бы мои полномочия на этом закончились. Как прям наконец-таки появились. Мне куда-то сюда. О, чуть. Привет, дружище. Так, это у нас человек, он мистер Би, который стреляющий. Мне тоже больно, если ты сейчас говоришь об этом. Ну да. Хорошо. Так, мне бы как-нибудь теперь... Так, стоять. Да, его, давай. Мистер Би, бейте! Ой, не то, не то. Сейчас все потрачу. Я стою 10 таких, как... А, блин, я все по... все эти потрачу сейчас. Тебе на власть, Демона! Так. Патроны закончились. Кого ты? Убейте! Какой? Нет! Как же это сложно. Сейчас было... Было 9, стало 4. 3, да. Спасибо! Не за что. Теперь мне, пожалуйста, все. Я надеюсь... Надеюсь, больше локаций... Ну, здесь больше локаций не будет. Потому что я не хочу больше тратить. Ау! Я забыл про эту мину. Кто это Тененбаум не та, кем ты ее считаешь? Ну и ладно. Флоренс Найтингейл. Тут все рухнет, прежде чем ты успеешь сказать томатные консервы. Видел я удачные аферы и видел крутые. Но если кто способен проскользнуть через восторг без единой царапины, значит, там не одни только лепреконы на его стороне. Че? Фонтейн превратился в пугало для жителей восторга, и этот миф дал ему власть над ними. Однако уберите все наносное и увидите простого мошенника. И как любой мошенник, он больше всего боится, что его самого надуют. Вот зачем он заказал образец 192. Антидот от плазмидов ментального контроля. Фонтейн строго-настрого мне запретил рассказывать кому-либо об антидоте. И Сушон, конечно, послушался. Интересно. Я так и знала, что что-то за этим кроется. Сушонг вечно что-то скрывал. У него всегда были свои секреты. Наверняка он держал этот образец 192 в своих лабораториях у площади Аполлона. Но как-то раз я украла одну дозу и спрятала ее у себя дома на втором этаже. Я понятия не имела, что это такое, но подозревала, что мерзавец замыслил недоброе и решила приглядывать за ним. Меня совсем не радует так с тобой обходиться, но бизнес есть бизнес. Не огорчайся. Я бы и сам справился, черт побери. Это не будет никакого значения, когда здесь все пойдет на корм рыбы. Что ж ты такое? Скажи мне, что ты такое? Я не скажу, что ты такое, потому что это какой-то бессмертный кусок говна.
Ну, то есть очень бессмертный и очень непонятный. Угу. Так, вроде все. Знаете, что в восторге делают с бродягами? Их вешают. Полезная информация, конечно. Так, я не прокачал револьвер. Я думаю, я об этом пожалею. И он тебя поколотит. Не надо. Воу! Я не Нео, конечно, но... Это я, пожалуй... Грубый! Кто грубый? Так, я, возможно, сейчас могу умереть чуть-чуть совсем. Капелюшечку, ну ничего. С этим можно еще как-то... совладать. Мне нужно еще одну вверх. Спасибо. Такой. Замедляем, ускоряем, идем вниз, идем направо, идем по прямой, идем наверх и направо. Идеально. Покой. Где моя кукла? Раз так дешево, почему я пользуюсь купаться и сразу использовать? Давайте. У меня вообще раньше на автомате было много патронов, а теперь нету. Вообще. Давайте его пехоту. Ладно. По любой крупной процедуре. Смертоносные болезни не будут ждать до получки, а вы. Майл. Пароль. А мне никто пароль не говорил? Разделите их! Разделите! Спокойно, давай без этого. Так, ну? Кто-то ко мне подойдет? Я знаю, что ты задумал! И что же я задумал? Вот как это работает? Вроде бы противопехотные, но что-то как-то не работают они против пехоты. Так, сейчас обезвредить нужно ненадолго. Так, ну здесь будет полегче. Ага, полегче, я сказал, да. Ага, у нас... Мы в дерьме. Мы в таком сейчас дерьме, что... Я не понимаю, куда мне сейчас идти. Как мне нужно что-то делать? Где? Сука. Вот. Вниз. Направо. Направо. Сука, направо. Спасибо. Вниз. Вниз сюда. Налево. Сюда и опять вниз, только с правой стороны. Хорошо. Ну, она не так быстро плыла, наполнялась. Я не знаю, как это сказать. О, 12 целых патронов, представляете? Целых 12, не больше. Сейчас была обидно. Оккупант! Паразит! Вон из моего дома! Я и не хотел заходить в твой дом. Ну ладно. Давайте тогда просто пройдем. Хватит свистеть, пожалуйста, там. Привет. Давай. Погоди. Так. План пошел немножко не по плану. Не так, как хотелось бы, пошло сейчас все. Хватит свистеть. Прям вообще свистуны. Так, стоять. Я сейчас не попал в целых миллион раз. Я заметил, у них как бы иммунитет к электричеству. Меня это немножко волнует. С этой его тощей немкой. С какой стати такому типу, как Фонтейн, тратить время на ходячий кошмар вроде этой немки, когда он может с любой тарелки без проблем слезать подливку? Это за пределами разумения папарацци. Даже кот на двери установил 5744. Наверное, чтобы она опять к нему во двор не пробралась.
А, это на лифте такой пароль или на двери чего? Интересно, какой двери? Что? Очень... Чего? 57... Что там? Я уже забыл. 57-44 вроде. Раз есть револьвер, почему бы и не воспользоваться? Особенно я, если я его немножечко прокачал. Точнее, я его не качал, от слова совсем. Так, что-то как-то не изучается ничего. Ну ладно. Здесь еще не поздно открыть свое дело. Взгляните на эту дыру! Ничего не осталось! Да кого? Никто не может. Проклятие! У меня кровь! Очень интересно. Посмотри, что сделали с моим домом Фонтейн и его головорезы. Наверняка он забрал образец 192 в свои апартаменты. Войти можно из холла, но там всегда закрыто. Ты не поверишь, но когда-то тут было так красиво. Ты меня что, недоумком считаешь? Мы зачистили домик матушки Гусыни, как только она решила, что у нее проснулась совесть. Ты тут ничего не найдешь, малыш, кроме разве что ее мемуаров. И уж поверь мне на слово, лучше бы тебе их не видеть. Да? Ну давай. Где мемуары? Хочу послушать. Посмотреть, послушать, понял. Подожди, это её квартира до сих пор? Чего? Интересно. Стоять хочу. Я не понимаю, это мастер? Или нет? Тут просто ради прикола. Нет, не мастер. Ты что взорвалась-то? Я же... Вот это... Замедляй. По прямой, пожалуйста, кишочки. Потом по чуть-чуть. А, всё, да. Я сдался. Я чуть-чуть сдался сейчас. Чуть-чуть совсем летался ненадолго. А. Вниз. Вниз. Сюда. Побольше. Сюда. Что ж так хп-то отнимается? Еще разочек. Что? 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 А, ну все. Короче, нахер. Это будет очень трудно, сложно, и сейчас аптечки все потрачу, так что. Я лучше тебя! Уйди, да. Следующий. О, он так. А ну вернись! Так, у меня есть что-нибудь? Спасибо, что пришел! Нет. Спасибо, что умерла. Так, этот сейф останется невзломанным, если я не найду. Встал, где купить автозломщик или создать его? Хватит. Мне это до ужаса досадно, парень. Черт, я же там был, когда ты родился. Тебе когда-нибудь доводилось усыплять свою собаку? Сердце разрывается. Говорят, что спасти одну жизнь – это все равно, что спасти целый мир. Я создала здесь место для малышей, но это ты их спаситель. Ты остановишься на этом или, наконец, спасешь их из этого ужасного города?
Ай! Ты, мистер Козуэлл! Знаю я таких! Иди сюда! Вот! Что это? Беги! Куда я? Что? Ты не знаешь, каково это? Что именно? Что именно? Я вот интересно, что хотел сказать? Ну кого? Господи! Сколько крови! Здравствуй. Ну кого? Почему вас так сложно начало взламывать? Это капец. Что ж пошло такое, а? Не надо было взломщики тратить, честное слово, совсем. Слушай, наверх. Я не вижу, у меня паника большая. Все нормально. Сейчас все будет. Еще наверх, пожалуйста. Одну хотя бы, спасибо. Самое. Да ладно. Так кого? Еще ты, да? Да не, ну не так, ну с вами-то должно полегче быть раз 10. Стоять. Остановись, пожалуйста, и не прыгайся больше ни в какую из сторон, умолять. Прошу, будь добра, игра, не надо, пожалуйста. Не нервы делать сейчас. Это опасно. Какой? Я ж тебе... Я попал по тебе, не надо мне врать об этом. Не вижу я ничего такого, что мне пригодится. Вот сюда. Небольшая прямая кика. Куда мне идти вообще? Что? Сюда. 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 И, конечно же, ускоряем процесс. Как мне вырубить его? Тебе меня вырубить? Не... А, есть, пока. А, понимаю. Хорошо, с тобой я разберусь в таких. А, ты... А кто по мне стреляет? Хватит, прекратите, сука. Ты. Хватит. Да, понимаете, по мне и свои. Так а вот, зачем ты это сделал? Тебе так охота жить, что ли? Так, мой иммунитет, ладно, тогда... Господи! Так, это очень интересно, но, пожалуйста, без меня. Все. Со мной друзья, можно сказать, маленькие турельки, которые помогут мне сразиться с Фонтейном в следующей серии. Ты куда? И где-то в любом случае можно было выключить, да? Так, стоит. Хватит. Где-то, но я не вижу, да? Ну и ладно. Ладненько, давайте на этом закончим. В следующей серии мы продолжим. Итак, всем пока, с вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.